Чебоксарах появилась аллея предпринимателей. Ее заложили в минувшие выходные. В торжественной церемонии принял участие и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Каким деревьям отдали предпочтение чебоксарские бизнесмены, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Краткий инструктаж от экологов и трудовой десант принимается за работу. Аллею предпринимателей было решено заложить в индустриальном парке. Количество его резидентов увеличивается, на очереди открытия 8 заводов. Но необходимо улучшать и окружающую среду промзоны. Город Чебоксары знает, что такой достаточно зеленый город, поэтому здесь пока не обжитое такое пространство, но надеюсь, что это будет началом. На аллее предпринимателей посадили голубые ели и липы. Всего 60 деревьев. Свою лепту в благоустройство индустриального парка внес и глава республики. Это всегда хорошее, доброе дело. Каждый молодой человек в своей жизни должен посадить десятки деревьев. Но самое главное, тут душа и сердце. Природой надо дружить, природу надо любить. Не боясь испачкать деловой костюм, за лопату взялся и посол Судана. Надир Бабикер говорит, что липы и голубые ели для него экзотика. На родине дипломата чаще всего сажают нимы. Дерево ним для жителей нашей страны священное. Сажать деревья в нашей стране приглашают только самых почетных гостей. Закладка аллеи предпринимателей в Чебоксарах станет символом дружбы между Чувашской республикой и Суданом. Саженцам необходим постоянный уход. За тем, как растут деревья, пообещали следить работники предприятий. В ближайшее время в индустриальном парке должны появиться и другие аллеи. Начало положено. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика.